Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1494. Эпиграф Откровения 1:17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь, имея ключи ада и смерти». За 14 января 2020 года. И обращение за помощью, помочь нашему старости, фермеру приобрести комбайн. Очень трудно, техника плохая. Вот и решили, говорят, почему не обращаетесь? Ну, обратились. Вот кто услышит, ответит. 4 ролика про них, где так и что. И далее я буду просто протягивать, кому просчитать потребуется. Это на нашем, как называют, чате, содружество, какие за день были беседы. Много нового. Копируют отовсюду. Это какие ролики закачиваются? На тему общины.
Что-то сделалось тускло, непонятно. Вот видите, как все это. Все. События дня. Что тут днем было такое? Вот Володя скидывал снег. Я там под конец подошел с наших сараев скидывать надо, складов. И около храма там верандой назвать или сенями. Вчера посмотрел, кормлю около, наверное, ну не знаю сколько, но не менее 20 жуланов. Специальную чашку им, большой таз поставил, с семечками насыпаю. Около сотни воробьев и 40 с лишним голубей, чужих голубей, которые называются дикарями, у меня питаются. Люблю, даже дикие, а мне разницы нет. Тут на обналичке сидят снаружи, на крыше. А своих многих потерял. Ну вот так, как будто бы за это время и все у нас, все благополучно. Вторник приезжал Игорь Барабаш, немного рассказал, как у них там все. Что Иеремия их, Ерема,
к Марии поехал в Томск, побыл у нее в гостях, а потом с братом Терентьевым в Новосибирске там ремонты делать, потолки натягивать и прочее. Все на этом.